Ну вот, пришла нам очередная посылочка с Али, так называемая халява. Вот эту халяву было 18 тысяч с лишним заявок, всего 8 штук раздавали, SD-карточка. Вроде высокоскоростная, Santers 3 какая-то фирма. Вот, досталось мне за 28 копеек, за 1 цент. Вот, сейчас будем разбирать, смотреть, что там. Небольшой обзорчик сделаем. Так, вот такая карточка, никаких инструкций, ничего нету. Так, очки пока в сторону. Вот она, высокоскоростная. Вот, высокоскоростная Santersy SD-карточка. Как раз выписывал до своего фотоаппарата 32 гига. Ну, как выписывал, повезло просто. Так, уменьшенная packaging. Значит, упаковка, мало пластика там, значит. Экономия пластика у них, это хорошо. Так, нарисовано здесь... А, фотоаппарат нарисован, ноутбук и т.д. и т.п. Переворачиваем. Значит, что здесь? Мощность разные. Значит, подходит камерам, GPS-навигаторам, видеозапись. Для видеозаписи. Вот, значит, у меня карточка. Страна происхождения Шэньчжэнь. Значит, так. Ее мы... Вот так вот и раскрываем. Так. Сейчас. Вот по этим пунктирам она должна рваться и типа раскрываться. Но ничего, конечно, не рвется, не раскрывается. Заклеено на века. Так что будем это все дело резать, как обычно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, значит, чуть. Добраться бы туда. Я как-нибудь. Вот, добрались. Бумагу туда. Пришла, видите, в обычном пакете. Сколько шло, я это дело потом напишу. Да, вот на эти упаковки уже на нервы действуют. По всей относительно это никому не нужная вещь. Все это выбрасываем. Даже не дадут добраться до карточки. Что же это за такая карточка? Вот такая карточка. Вот она. Так, настроилась. Настроилась. Так, SD, 10 скорость, 32 гига, вот, лок, не лок, лок не будем, вот как-то наклеено сверху, ой, ну что-то не ахти, так честно говоря. Так, проверить, как она будет себя вести, вот это мне интересно. Так, ну для начала... Мой Пентакс, что у нас тут показывает. У меня тут сейчас там карточка. Вот. 460 фотографий. 16 гигов. Значит, по идее, если мы поставим эту в 2 раза больше, должно быть... Так. 900 с чем-то. Стоит.
Карточка у меня вот такая вот. Вот такая вот карточка ультра, вроде скоростная, 16 гигабатная, SanDisk, защищенная от ударов, от брызг, от влаги, от пыли, от радиации. Вот, но она пишет со скоростью, короче, 2 минуты 30 секунд. Хватает, чтобы видео, и потом она отключается. Скорости ей не хватает. Вот эту карточку сейчас вставим, посмотрим, сколько ей хватит скорости. Так. Вот, 917. Так, значит, давайте сразу отформатируем. Под фотоаппарат, чтобы оно хорошо, без ошибок воспринимало. Выход 917. Реальное неизвестно. Так, реальное мы сейчас достанем и да, проблема с доставанием карточек у меня была всегда. Сухие руки дают о себе знать. Вот так вот. Так, значит, что мы будем делать? Есть у нас такая штучка. Вот, мы сюда будем ее вставлять. Так, вот это, да, и здесь. Так, так, какие-то. О, вставили. Вставить-то вставили. Да сейчас надо посмотреть, что у нас тут получилось. Карточка, съемный диск, что-то есть, а ничего нету. Устройство быстрее. Так, это все не Toyota. О, есть К5. Мое К5. Вот оно уже. Так, хорошо. Значит так, что мы будем делать? Так, посмотрим для начала. Так, вот оно. Свободно, 31 700, почти 32. Так, не выпендривайся. 29,5. Вот, кто видит, не видит. Так, значит, я хотел что? Я хотел, есть такая у нас программуленка. О, сейчас мы это все. Где она? Так. Вот она. Вот она. Значит, Kingston вставленная, да, и вот Yenta. Значит, в этой программуленке вот. Если там видно, вот он, значит, видит как 30255. Ну, К5, понятно, что он отформатировал, как это положено. Вот, значит, в принципе, почти оно. Вот, почти оно. В принципе, не устраивает, сколько будет писать, значит, что я сделаю. Значит, я сейчас просто-напросто на видео его вставлю. Так, вставлю фотоаппарат, попробую снять, значит, видео, сколько оно
пока не отключится. Ну и по этой посмотрим по времени, какая у нее получается скорость. Так, надо вообще-то на программулечке запись и чтение, какая скорость. Но это чуть попозже. Сейчас пока отключусь, видео сниму, продолжу. Ну вот, запись произвели. Значит, получается длительность 5 минут 23 секунды, что в два раза выше, чем вот на этой пресловутой SanDisk, где написано, что 30 мегабит в секунду. Значит, здесь получается в два раза больше. Вот, значит, сколько она у нас... Так, сейчас есть у нас такая программулечка Crystal Disk Mark. Сейчас мы ее запустим. А вот она у нас уже запустилась. Вот это программулечка. Так, тут надо выбирать нам. Вот наш этот. Вот показывает 30 гигабайт. Сейчас запустим, значит, все эти тесты. Вот. Preparing. Ну, как сделается, будет очень долго. Я продолжу и покажу визуально. Ну, вот что показала программа Crystal Disk Mark. Вот, значит, чтение 10,5. Запись 6,5. То есть... Хрень полнейшая, ну хотя по сравнению с SanDisk, как я уже говорил, в два раза больше. Вот для прикола сейчас померяю SanDisk, ну и заодно и сравним, и проверим. Вот сейчас включил SanDisk, вот он 15 гигабайт, пустая, 0%. Запускаем опять-таки, ну и подождем, что получится. Ну вот уже первые строчки вывелись. Получается, чтение то же самое, 10. Запись меньше. Если там было 6600, здесь 5200 почти. То есть, ну, немного, но тем не менее, 5 минут видео записала. А там 2.30 и выключается. То есть, вот это вот рандомно получается 7.5. Но это уже более хорошо, конечно. А вот дальше, что интересно, еще выведет. Ну, короче, эта карточка побыстрее, пошустрее, раза в полтора. То есть она как раз и объем уж в два раза больше. Значит, мне как фотографу, любителю, по крайней мере, это очень даже и подошло бы. Так что, в принципе, соответствует. Так что фирма нормальная, SanDisk, как она там называется. Я все не могу прочитать. SanDisk фирма. Так что все нормально. Вот оно выводит. Последнее. Но это уже не так важно. Главное, вот эти верхние мне. То есть нормально. Устраивает. Все, карточку брать можно. Вот что-нибудь голословным. Вот эта карточка. Вот оплатил по халяве 1% всего лишь. Вот. Откроем сейчас, посмотрим. Фирма SanDisk Official Store официальный с одной короной. Вот это она, карточка. Доставка в Украину бесплатно, ну, неважно, по халяве она все равно была. Вот 32 гигабитная, стоит она вот 12,89. Вот мне досталось за 1 цент. Вот, так что вот она, SanDisk. Вот эта карточка рядышком. Так что все соответствует. Ну все, пока.